1 июня отмечается Международный день защиты детей. И в рамках всероссийской акции Минстроя Российской Федерации «Под крышей заботы» АО «Доканал Павшина» решила оказать помощь Красногорскому семейному центру помощи детям и семье. Ну, решили помочь немного в благоустройстве территории, посадили цветочки, и петунии, и веселые ребята, и маргаритки, в горшках много привезли, чтобы развесили по территории, чтобы это все было красиво, это будет цвести все лето, детишки, чтобы тоже радовались. Детям подарили, вручили разнообразные товары для творчества. Центру передали чистящие и моющие средства, а также подарили центру телевизор со всеми современными функциями. Помогаем, чем можем, и желаем всем деткам в этот праздник и вообще всегда добра и радости. В рамках этой акции мы первый раз участвуем, а вообще стараемся участвовать во многих акциях города, если есть такая возможность. Мы узнали об этой акции и связались с учреждением, то есть список учреждений был представлен, кому нужно и можно оказать помощь, и связались с учреждением, с директором, спросили, ну, как бы, может быть, есть что-то необходимое, им нужное, чтобы просто, так сказать, полезная была помощь.